Смотрите, что привезли. Я 2232 и 1280. 1280 черный, но у меня такой есть в синем исполнении. Так же, как и в сером. 1112, прикиньте, попался ко мне в руки. В оригинальном корпусе. В таком вот исполнении. У меня есть синие 1110 и 1110i. А тут 1112 попался. Сейчас стоит английский язык. То есть, в общем... I got new cell phone in my collection. And yes, guys, this is Nokia 1112. Офигеть. Стоит 890 рублей. Ну что ж, где тут тычка? Беру. Офигеть можно. У меня есть такой же 1112, но... В неоригинальном корпусе восстановлены с Алиэкспресса. О, сдачу уже дают. Офигеть можно. А я думаю, расстроюсь и что-нибудь еще закажу в комиссионном магазине Победа. Вот, 11-12 на рынке в ремонте телефонов. Во! В оригинальном корпусе с русскими буквами. Сделан в Венгрии, как и в случае с 11-10i, тоже Венгрия. Тут то же самое RH93, то есть фактически то же самое, что и 1110, а и только белая подсветка. Наконец-то он у меня в руках. До свидания. Nothing wrong in it. I'm happy it because I actually bought this phone Nokia 1112. It works. April 2007, 96 calls and 20 minutes. Firmware is October 2006. Oh my gosh, Nokia. Thanks for watching.